Всем привет, ребятки, меня зовут Споудидудиду, это красный шарик, и мы проходим эпичное сражение против огня и воды. Ну что, погнали, посмотрим на этих монстров, ребята. Так, а вот он, огонек, привет. Что это ты здесь забыл? Ты хочешь, чтобы мы тебя победили? Просто тебя раздавим, ребятки. Так, а ну-ка, получай. Все. С огоньком мы, ребята, справились, и теперь можем продолжать дальше. Так, быстренько. Этот лазер меня случайно не заденет? Так он сюда не достает, оказывается. Ну и хорошо. Значит, мы можем продолжить свое путешествие. Куда бы нам дальше деться? Может быть, просто отправиться еще дальше? Так, что это тут такое интересное за место? Мистер Огонь, привет. Ты хочешь, чтобы мы тебя раздавили, и мы сейчас так и сделаем, монстрик ты маленький. Так, ой-ой-ой, этот лазер может быть опасен, так что нужно его как-то обойти. Может быть, вот здесь скатиться? Так, хорошо, ребята, пока все у нас выходит. Ну-ка, прыгнем. Тихо. Не надо на меня нападать. Лазер, успокойся. Все хорошо. Еще один уровень был пройден, ребята. Но это не значит то, что мы будем останавливаться. Мы будем продолжать искать всех этих маленьких негодяев. Вот они, огоньки эти, ребята. А ну-ка, прыгаем. Раз. Второго тоже смогли победить. Это, ребята, отлично. Так. Берем звездочку. Оп. А мы успеем? Успеем. Так. Все. Все, ребятки, звездочки теперь у нас. Ну что, поехали дальше. Ух ты. А ну-ка, вот это мы тут разогнались. Так, это кто такой? Ты что за монстр? Какой-то подрывник, ребята, синий, странный. Эй! Ух ты, это какой-то водный подрывник, ребята. И он очень опасен, как мне кажется. Так, сейчас мы поднимемся вот сюда. И здорово, смотрите, как у нас все получается. Правда, тут еще есть вот этот вот негодяй. И с ним сейчас мы справимся. Мы его просто лопнем. Ну, или раздавим. Как-то так, ребята. Так, ну что там? Что там, кто там будет дальше? Какие монстрики меня тут будут ожидать? Ой-ой-ой-ой, нет, не нужно тебе на меня нападать. Сейчас я тебя раздавлю. Ай, ты чё бьешься? Ой, что? Как он смог это сделать, ребята, этот маленький злодей? Да, недооценили мы его. А если вот так? Теперь сюда. И мы сейчас его сможем победить, ребята. А ну-ка, хоп. Есть, получай, монстр ты такой. Хоп. Звездочка. Все звездочки у нас, только бы лазер не задел. Что? Как это случилось, ребята? Да что ж такое-то? Ну, монстры эти мне уже постоянно меня обижают. Сейчас вы все получите. Так. Берем туточки. Все, тихо. Да как меня лазер этот второй раз задел? Это что такое? Ну-ка, ты виноват, да? Маленький злодей. Так, разгонимся мы получше тут. Такс. Аккуратненько. Ой. Тихо. Фух, он так рядом бывает, поэтому мы можем на него попасть. Эй, это как понимать? Да как его перепрыгнуть, этого монстра, а? Может, вот так? Да, ребята, у меня получилось. Да, вот это, конечно, ну и приключение у нас насыщенное выходит. Так, ребятки, мы тут прошли очередных несколько уровней. И на этом, наверное, наша серия заканчивается. Но не приключение, ребят. Будет продолжение, ждите его на моем канале. С вами был Спуди-Дуди-Ду. Всего, ребята, вам хорошего и всем пока-пока. We'll be right back.
Thank you.